Моє вітання, це проект «Нарада» на першому міському телеканалі. Моє ім'я Роман Малик. Сьогодні говоримо про музеї. 18 квітня світ відзначає Міжнародний день пам'ятників та історичних місць. Сьогодні у нас у студії Світлана Іванівна Піддубна. Моє вітання. Світлана Іванівна є головою правління громадської організації «Кетер» і разом з цим директором музею культури єврейського народу та історії Голокосту музей Михайла Мармера. Саме про цей музей ми сьогодні будемо говорити, про ті події, які відбувалися і до Великої Вітчизняної, скажімо так, під час Другої світової війни. Скажу так, у чому причина такого уважного ставлення громадськості до збереження пам'ятників, меморіалів, на вашу думку? Украина находится в центре Европы. И Украина – государство поликультурное. Но учитывая то, что Украина находилась очень долгое время во власти, в имперской власти, затем в советской власти, понятие украинской культуры нивелировалось как в план краткого курса истории партии. И эта история, она, собственно, не рассказывала нам о нас, кто мы такие. И Украина таким образом пришла к тому состоянию, когда унифицировалось понятие украинец, когда стало это неважным, когда во главу угла стал советский человек. Получив независимость, украинцы столкнулись с проблемой, когда нужно создавать государство. А чтобы создать государство, нужна политическая нация. Чтобы создать политическую нацию, нужно очень хорошо понимать, кто мы, откуда пришли и зачем. И на сегодня, когда мы говорим о сохранении памятных мест, о сохранении каких-то памяток, рассказывающих про прошлое украинцев, мы говорим прежде всего о своем культурном наследии. Потому что без наследия, без культурного наследия, мы не можем объяснить, в конце концов, даже самим себе, а кто мы и что мы делаем на этой земле. И поэтому очень важно на сегодня сохранять памятные места, памятники, которые у нас есть, были, и, собственно, сохранять те артефакты, которые рассказывают нам про нашу культуру. Я хочу дізнатися у вас, яку роль відіграють музеї, пам'ятники, меморіали у культурному просторі України, от на вашу думку. Ну, я вже почала, собственно, об этом говорити. Так сложилось, что Украина находится на пересечении всех исторических событий европейских, и мы никуда от этого не денемся. Но, увы, та история, которую нам сейчас преподносят, даже украинскую историю преподносят современные исследователи, еще полна белых пятен, которые нам нужно восстановить. Вот как раз это мы можем сделать через памятные места. Потому что если на этом месте проходили бои, то явно здесь мы можем рассказать про военные действия, которые проходили в годы Второй мировой войны. Если на этом месте было какое-то поселение, которого сейчас нет, но остались какие-то артефакты, какие-то развалины, мы находим какие-то предметы, мы опять-таки можем рассказать, а какая культура здесь была, например, в межвоенный период. Если это зимовник казацкий, мы знаем, что здесь был зимовник казацкий, и мы можем говорить про свою казацкую героику, потому что это уникальное явление, которое было в Европе на тот период. А непосредственно, если мы будем говорить про Криворожье, то для меня, например, очень важная история межвоенных, военного периода, между Первой мировой войной и Второй мировой войной. Это как раз те события, которые связаны с становлением власти большевиков, с развитием земельных колоний национальных. И, собственно, все это нам дало в конечном итоге симбиоз, который позволил существовать рядом многим культурам. Немецкой, болгарской, еврейской, украинской. И гармония была просто уникальной.
Но, к сожалению, на сегодня эта история здесь у нас забыта, и ну, хотелось бы, чтобы ее восстановили. Знаете, я колись в одній програмі, ну, вона здебільшого розважальна, вони так, як жарт це сприйняли. Може, ви бачили теж, коли ведучий цієї програми просто ходив вулицями міста Києва і запитував людей, що таке Голокост. Бачили чи ні? Я буквально сьогодні посмотрела ролик, но этот ролик снят в Росії був, коли задавали вопрос Холокост. Ответи. Відповіді різні. Різні. Іноді, ну, я не знаю, сказати, що це смішно, ну, смішно з того, що просто люди не проінформовані і у великій кількості. Тому що такі відповіді, починаючи з якогось свята, назви поп-групи і тому подібне. Я хочу, щоб ви зараз буквально декілька слів сказали для тих, хто, може, до кінця не розуміє, наскільки це страшна подія була. Ну, наскільки процес, скажімо так, наскільки це момент такий страшний. Холокост – это один из видов геноцидов, направленный против евреев. Холокост, политика Холокоста – это явление, изобретенное гитлеровским режимом. Когда на Ванзейской конференции было принято решение уничтожить всех европейских евреев. Ну вот интересно. А чему самые евреи? Вот я к этому как раз сейчас и иду. Когда мне задают такие вопросы, то люди сами опережают мой ответ, начинают предполагать, потому что Адольф Гитлер был евреем там на сколько-то процентов, потому что там евреи такие нехорошие и прочее. Нет. В основе всего лежали экономические причины. Так сложилось еще с раннего средневековья. Евреи начали заниматься финансовыми операциями. То есть это вырос, собственно, из них выросла потом такая бизнесовая интеллектуальная элита. И понятно, что 18-19 век их статки, они увеличивались. И к моменту начала Первой мировой войны немецкие евреи жили достаточно комфортно. Их богато было на час початку? Да, их было много, особенно в Германии. Почему? Потому что в Германии евреи поселились еще 400 лет назад, и, собственно, они жили там как полноценные граждане Германии, и не было там никаких, я говорю про 18-19 век, не было различий немец, еврей, все были гражданами Германии. И несмотря на то, что, собственно, это было имперское государство, тем не менее, оно было правовым уже тогда, частная собственность была хорошо защищена, законы работали, но это, собственно, немецкое государство, оно было педантичным государством. И у евреев было достаточно активов экономических, чтобы быть богатыми. Они были налогоплательщиками. И вот когда нацистская власть уже после Первой мировой войны пришла к власти, там, а это уникальное опять-таки явление, потому что власть – маргинальная партия с очень понятными лозунгами, была легитимна, ну и, собственно, с тоталитарной программой на будущее, была легитимно избрана. Но власть-то была нищая, по большому счету. Им потребны им нужны были деньги, им нужны были деньги. А где их взять? Государство Германия изгой после Первой мировой войны, аннексии, контрибуции и кризис мировой экономический. Ну, ситуация очень страшная. Но сладкое слово «свобода» и гитлеровской молодой партии, гитлеровской, ей хотелось удержаться у власти любой ценой, и поэтому нужны были средства, чтобы реализовать те лозунги, те обещания, которые они давали народу предвыборные. Это работа, это низкие цены, это достойный образ жизни и прочее, прочее. И тогда, собственно, стала проблема, где взять деньги, иностранцы не дадут. А кто? Свои евреи, те, которые занимаются бизнесом. Да, у них тоже они стали беднее, потому что кризис, но тем не менее у них оставалось еще что-то. И если бы к евреям пришли и сказали, отдавайте нам то, что у вас есть, то немецкий народ бы не понял ту власть, потому что она нарушила основное право частной собственности. И поэтому нужно было превратить евреев в таких существ, которых нельзя называть людьми. И даже
в тот формат, когда их надо убить, потому что они несут опасность. И вот тогда начинает формироваться ксенофобская, шовинистическая такая идеология тоталитарного нацистского режима. Мне завжди було цікаво, як така велика кількість людей повірила в цю вигадку. Ну, вы абсолютно правы в этой ситуации, когда говорите, что сомневаетесь в этом. Ні, я просто дивився канали країни, яка знаходиться так трішечки в бік від нас, найбільшої країни світу. І там показують, ну, те, що України там не існувало, що української мови нема. Тобто, ну, я розумію, що це пропаганда. Там Геббельс цим займався дуже так конкретно. Здесь особенности есть, различия той страны, о которой вы говорите, и Германии конца 19-го, начала 20-го века. Германия была высококультурным, развитым государством, основной ценностью которой была идея гуманизма. Гуманизм – это значит любовь к человеку. И за одно поколение их превратили, население Германии превратили в патологических убийц. Как это произошло? Ну, во-первых, далеко не все немцы сразу поверили в это, они потому что дружили с семьями евреи, немцы, и абсурдность идей гитлеровских просто никто, ну, не никто, а часть население не поверило. И тогда в 1935 году был создан первый лагерь Дахау, лагерь смерти. И первыми жертвами там были те немцы, которые были не согласны с официальной идеологией гитлеровского режима. Причем Почали с самих себя. Да. Дело было, все это проводилось, ну как, вот такие операции, спецоперации по уничтожению людей проводились тайно. Это очень такая громоздкая конструкция была, вот уничтожение непокорного населения. А те люди, которые поняли, что протесты стоят жизни целой семьи, замолчали. Ну, появились те люди, которые стали верить, потому что действительно жизнь стали лучше. А вдруг это правительство действительно хорошо? Появилась работа, стали хорошо одеваться, стали лечиться, хорошее образование стали получать. И появились симпатики гитлеровской партии. Но не совсем глупым был Гитлер и его окружение. И поэтому они понимали, что взрослое население – ненадежное население. И они сделали ставку на детей. И тогда возникают различные вот эти вот юношеские, детские организации, которые, собственно, воспитывают… Змалочку. Да. И что было сделано, что, на мой взгляд, очень интересно, такой хороший опыт, на очень высокий уровень подняли деятельность учителей, особенно учителей начальных классов, потому что в начальных классах дети больше всего верят в учителей. Мама-папа привели, мама-папа сказали, что Марии Ивановне нужно верить, она умница. Светлана Ивановна, чтоб встигла, мы сьогодні обов'язково, дуже цікава розмова, на жаль, обмеженими часом. Я просто скажу, що тоді мене є ще одне запитання, може дасти буквально 30 секунд відповіді. А як тоді все повернулося назад до такої толерантної Німеччини, як вона є зараз? Це ж швидко відбулося? Ну, во-первых, немцам после войны, когда завершилась война, сами немцы организовали программы, которые раскрыли весь ужас той Второй мировой войны, вот, которую опять-таки организовали сами немцы. Сколько загинуло евреев, на вашу думку, по розрахункам экспертов? Я понимаю, что эти розрахунки могут отличаться. Ну, официальная цифра 6 миллионов евреев. Это те имена, которые восстановлены. И восстановлены, собственно, Яд Вашем. Это мемориальный комплекс истории Холокоста в Иерусалиме. На самом деле мы не знаем сколько, может быть больше, но меньше нет, уже количество имен 6 миллионов. Тоді про музей. Чим музей Михайла Мармера відрізняється від інших, що він собою представляє? У нас є, ви дуже цікаво розповідаєте, я знову ж таки нагадаю про обмеженість часу, у нас є останніх 7 хвилин, хочу, щоб ми все встигли. Музей Михайла Мармера для Криворожья очень такой привлекательный объект. Почему? Потому что он, во-первых, привлекает очень много туристов сюда, и он на сегодня очень популярен в городе. Давайте так, чтобы все знали, где он находится. Наш музей находится на улице Пушкина, в здании синагоги. Вход туда свободный, бесплатный. Но хочу сказать сразу, что у нас запись в музей, чтобы посетить музей группой на 2-3 месяца вперед. Поэтому, если хотите попасть, то нужно предварительно звонить. Что за экспонаты этого музея?
Наш музей основан на частной коллекции. Коллекция принадлежит молодому бизнесмену, криворожанину Михаилу Ларионовичу Мармеру. Собственно, с его инициативы и был создан этот музей. В чем особенность этого музея? Во-первых, он это музей про евреев для неевреев, чтобы рассказать о том, что такое евреи. Потому что Кривой Рог, по сути, город еврейский. И далеко не все знают, что если бы не евреи, возможно, Кривого Рога как города бы и не состоялось. Это очень такая интересная, увлекательная история, такая вот интрига, детектив исторический, но тем не менее это так. Ну и саме там, у центральном міському районе, я так розумію, все и починалось. Центральный міський район, Долгинцевский район, тоже, собственно, они вместе параллельно, ну тогда это было разорвано. Разные места, да. Вот. А чем уникален наш музей? Вот тем, что он, во-первых, национальный, а второе, он привлекает формами работы. У нас не просто экскурсии, у нас интерактивные экскурсии, у нас воркшопы по межнациональной толерантности проводятся, у нас проводятся интерактивные лекции по истории Кривого Рога, у нас, собственно, мы действуем как центр по изучению истории Холокоста, и, собственно, мы на сегодня являемся таким в Кривом Роге центром различных международных программ. С нами сотрудничают многие институции международные, как немецкие, американские, Нидерланды, Польша, Израиль, и, собственно, вот такая популярность нашего музея, она как раз и сформировалась в результате нашей вот нестандартной деятельности, которую мы проводим с посетителями. И в нашем музее люди, когда приходят, они не обязательно ходят и слушают. Они могут потрогать экспонаты, они могут полежать на полу. Что это за экспонаты? Экспонаты? Ну, экспонаты – это коллекция Михаила Илларионовича Мармера, коллекция предметов иудаики, артефактов иудаики. Она на сегодня одна из самых больших в Европе. Вони якось стосуються суто Голокосту чи побуту єврейського? Абсолютно. Небольшое количество предметов у нас бытовых. Это очень интересно, потому что, ну, понятно, что евреи тоже люди, ели из тарелок. Но чем эта тарелка еврейская отличается от нееврейской, это интересно. Или часы, почему евреи, вот эти часы еврейские, а эти нееврейские. Вот как раз это можно увидеть. У нас очень много предметов религиозного, церемониального направления. Это и много светильников, подсвечников. Люди приходят, спрашивают, а почему тут, тут 7 подсвечников, а здесь вот 8 подсвечников. И они у нас это все узнают. Это очень такой огромный, вот в музее в нашем показан огромный цивилизационный исторический пласт, который мы рассказываем в концепте всей истории. Ви сказали, що великі групи до вас потрібно, щоб потрапити, за декілька місяців записатися. Да. Якщо це маленька група, там родина просто хоче відвідати. Якщо сім'я хоче отримати повноцінну екскурсію, то їй потрібно записатися. А так, як зробити запис? Потрібно подзвонити по телефону. Тоді шукаємо, я глядачам кажу, шукаємо музей Михайла Мармера в інтернеті. А моє запитання, напевно, вже останнє, на жаль. Цікаві якісь історії у практиці музею, які були? Ну, історії дуже багато. Как оказалось, в музейной работе очень много историков. Я это говорю, почему как оказалось, потому что я не музейщик. А вот, но одна такая показательная история, когда историки и музеологи бывают недобросовестными, связана с фотографией, которая хранится в музее, в краеведческом музее в нашем Криворожском. Это фотография, на которой показано, как евреев ведут на расстрел в 1941 году. И подписана с обратной стороны фотография Кривой Риг Юденцук на немецком языке, то есть марш евреев. Так вот, в 2009 году еще не было музея, музей образован был в 2010 году, в Молдове на одной из конференций я увидела диссертацию, презентованную диссертацию одной молдавской ученой-историка. И там эта фотография, она была обозначена
что это кишиневские евреи, ведут их на расстрел. Та самая фото. Да, та самая. Я, конечно, на тот момент возмутилась. Произошел такой дискуссионный спор. Но он ничем не закончился. Меня попросили. А там видно на фото, что это Кривий Ріг? Да, да. Там сохранились те здания, которые сейчас есть. Это известная фотография, очень известная. Она напечатана у Лина в его сборниках. Она напечатана у Уманского тоже в его выдании, у Патрика Дюпуа она напечатана тоже в его сборнике. То есть я называю вам польского, французского исследователя и нашего Криворожского. Но предыстория такова, что копию этой фотографии в 2008 году я передала Вашингтонскому музею устной истории. Вот. И в общем, эта история забылась. Вот увидели, поспорили и забыли. И в этом году летом я была на конференции Вашингтонского музея во Львове, а коллега моя из музея была в Киеве тоже на конференции. И опять-таки та же исследователь кишиневская опять презентует свою диссертацию и показывает эту фотографию. И понятно, что моя коллега, а с ней был еще и историк, преподаватель истории из нашего педуниверситета, они были поражены вот такой некорректностью. И обратились к ней, на что она сказала: нет, это наши. Вот ей рассказали, как эта фотография попала в музей, как что это было, как произошло все это, вся эта процедура. А тем не менее, она сказала: да, немцы любили носить в карманах свои всякие разные фотографии, просто вот она случайно оказалась у него. Вот. На цьому вимушені, на жаль, ставити крапку. Дуже цікаво, дуже стисла інформація, дуже корисна інформація. І говорили ми про страшні події Голокосту. Саме представник Музею культури єврейського народу та історії Голокосту, музею Михайла Мармера, Світлана Іванівна Піддубна, була сьогодні у нас у студії. Я вдячний вам за розмову. Дуже цікаві історичні думки. Це означає, що ви будете частим гостем, якщо ви не проти нашої студії, коли будемо вести розмову на історичні теми. Дякую вам, що були з нами. Залишайтеся з нами, найцікавіше тільки тут. Продовжуємо ефір.